Ты счастлива, что ты замуж выходишь? А, ну, я пока не выхожу. У нас на это есть 90 дней наших законных. Я думаю, мы разберемся. Вернуться я всегда успею, если что. Вот, я думаю, что все будет отлично. I'm at the airport. I'm pretty excited, but I'm also nervous because I'm leaving all my life behind. So it scares me. Чем надо было тащить столько чемоданов? А я же тебе говорила, ну не беги ты столько вещей. Я... Ой, ну прости, It is kind of hard for me to say goodbye to my mom. Oh my God, my mom is such a sweetheart. She's so... Of course she's happy for me, because every mom wishes happiness for her child. And I'm only one child, and she has nobody but me. And I love her a lot, and for this. Здравствуйте. Доброго. Да. Я думаю, что очень трудно, когда мы много лет жили вдвоем, когда всегда были вдвоем, и такое далекое расстояние, конечно, это очень трудно. Но я считаю, что дети взрослые, что они должны выходить замуж, что должна быть семья. Я думаю, что будет хорошая пара. Просто трудно вначале очень. Вот. Я люблю тебя. Все. Я напишу тебе. Сейчас я пройду, я напишу. Люблю тебя. Давай, Наташка, напиши мне, ладно? Да, я буду писать постоянно. I'm coming to America to build relationship with Mike, but honestly, I have no idea. If it works, or no. Давай, все, давай еще раз, давай, пока. Because we have only 90 days to figure out our problems. And I don't think it's enough. Keep me shining, cause you keep me holding on. You keep me shining.